с 1995 года парализована от пояса тазобедренные суставы и ноги, и на 70% парализованы руки. Машина встала на... перевернулась, в общем, встала на крышу. Я не помню, что было, я потеряла сознание, но как мне потом сказали, что я вдарилась 6-7 шейным позвонком, и у меня получилась травма шейного позвоночника с разрывом спинного мозга. Мне сделали первую операцию, ноги не восстановились, и руки тоже. Уже вот идут года, и я в основном лежу, и у меня идут изменения в позвоночнике. По рекомендации невролога, у которого я наблюдаюсь, мне нужна именно вот специализированная функциональная кровать, с помощью которой я могла бы сидеть. Потому что все время лежать я уже нельзя. Я раньше сидела, меня обкладывали подушками, теперь позвоночник не держит, и я падаю. То есть нужна вот именно спинка поддерживающая. Вот отекают ноги, тоже нужно поднимать их время от времени. Тут, так как не всегда со мной есть кто-то рядом, я должна делать это сама. И вот именно вот эта кровать специализированная подошла мне. В списке реабилитации для инвалидов этой кровати нет. Я обращалась в департамент соцзащиты, и приобретать мы должны за свой счет. Кровать стоит 60 тысяч. Я такими средствами не обладаю, потому что я вот инвалид первой группы. Мы живем с мужем, муж пенсионер. Из-за меня он не может подрабатывать, потому что за мной нужен постоянный уход. Вот. И помочь больше некому. Потому что у меня дочь, она работает учителем. Одна воспитывает ребенка, зарплата учителя тоже очень маленькая.